этом ролике весь Карло. Он не помешан на тактике, как Гвардиола, и не обожает гегенпрессинг, как Клоп. Но именно Анчелотти — единственный тренер, который брал Лигу Чемпионов 4 раза, причем с двумя разными командами. Карло стал первым, кто выигрывал чемпионат во всех топ-5 лигах. Он тренировал 10 обладателей золотого мяча, а еще обошел легендарного Фергюсона по числу побед в ЛЧ. Сегодня я расскажу вам про тренера, который забивает на тактику, схемы и меняет ход матчей одним лишь движением брови. Про тренера, который плюет на тренды, но продолжает оставаться одним из самых титулованных менеджеров в истории футбола. Это «Мяч истории» и Карло Анчелотти. Но сначала хочу поблагодарить наших друзей из Фона, поддерживающих все наши соцсети. Также они официальные спонсоры сборной России по футболу, ЦСКА, партнеры Локомотива и многих других футбольных и хоккейных клубов. Мадридское спасибо ребятам. Не забывайте заглядывать в наш Telegram Match Production. Там много интересного. Ну а теперь к папе. Крутой игрок, но средний тренер. Мы могли бы никогда не увидеть Анчелотти коуча. Всему виной его топовая футбольная карьера. Карло играл на позиции центрального полузащитника и успел завоевать 14 трофеев с Ромой и Миланом. А в составе сборной даже брал бронзу чемпионата мира и Европы. Со сквадра Адзура связан еще и первый тренерский успех. В 94-м Анчелотти помогает вывести сборную в финал чемпионата мира, правда, в качестве ассистента главного тренера. Но уже в следующем году Карло получает оффер из Реджаны, чьим уроженцем, кстати, является. Возглавляет клуб и понимает, что не умеет тренировать. Проблема в том, что когда ты становишься менеджером, едва завершив карьеру игрока, тебе кажется, что ты все знаешь. В реальности же ты не знаешь ничего. Перед стартом сезона Анчелотти ставит задачу – выиграть лигу и вывести клуб в серию А. Но как это сделать, когда ты даже не можешь подготовить команду к матчам? Естественно, после 7 туров Реджана оказывается на дне таблицы. От завершения тренерской карьеры Карло спасают игроки, которые уговаривают боссов не увольнять коуча, и ассистент Джорджо Чиаскини. Он по бумагам и руководит командой весь сезон, пока Анчелотти получает лицензию. А теперь true story. Карло нашел этого ассистента в каталоге итальянских тренеров и выбрал его потому, что Чиаскини был первым по алфавиту наставником, способным помогать и коучу, и тренировать вратарей. В итоге, по окончанию сезона, клуб таки пробивается в серию А, а сотрудничество Карло и Чиаскини растягивается на 20 лет. После Реджаны Анчелотти приглашают в Парму, которую он едва не делает чемпионом Италии впервые в истории клуба. Несмотря на молодых Буффона, Канавара, Тюрама и Креспо в составе, во втором сезоне закрепить успех не получается. Парма занимает 6 место, а Карло увольняют. Далее, едва не подписанный контракт с Фенербахче и 2 серебряных сезона в Ювентусе, в которых Анчелотти упускает чемпионство сначала Лацио, а затем и Роме. После неудачи с итальянским грандом Карло собирается вернуться в Парму, но неожиданно получает звонок от гендира Милана и принимает судьбоносное решение. Превращение в топа. «Дайте мне Несту, и я принесу вам Лигу Чемпионов», говорит Анчелотти после первого сезона и 4 места в чемпионате. Вместе с трансфером меняется не только состав, но и сам Карло. Анчелотти уходит от привычной схемы 4-4-2, и именно это решение меняет всю его дальнейшую жизнь. Как? В начале тренерской карьеры Карло не умел подстраиваться под игроков и постоянно гнул одну линию. Именно поэтому он не смог найти место в составе Пармы для Дзолы, который станет легендой Челси. И именно поэтому не подписал одного из главных талантов поколения – Баджо. Так что в Милане коуч начинает исправлять ошибки и подстраиваться под звездных игроков. Ярко выраженного плеймейкера Кошто ставит под нападающими. Благодаря новой схеме находит место для Ривалдо, а Пирло отодвигает ближе к защите, делая из него глубинного плеймейкера и маэстро точных передач. С Миланом Анчелотти 3 за 5 лет выходит в финал Лиги Чемпионов. В 2003-м побеждает Ювентус в серии пенальти и мстит его фанатам, называющим Карло вечно вторым. Спустя 2 года в супердраматичном стамбульском финале проигрывает Ливерпулю, а в 2007-м берет реванш. Затем итальянец отправляется в Челси, где закрепляется в ранге звезды. Сходу берет Суперкубок Англии и в 6 первых матчах АПЛ побеждает 6 раз. Да, вылетает в ЛЧ от Интера Мауриньо, но ударно проводит концовку сезона, выносит соперников 7 и 8-0 и выигрывает чемпионский титул с рекордными 103 голами за сезон. Однако из-за конфликта с Абрамовичем Анчелотти все-таки покидает Лондон, переезжает в Париж и офигевает от организации. Зимой 2011-го ПСЖ еще не был топовым клубом в плане инфраструктуры. Карло говорит, что в команде нет даже своей столовой, а игроки приезжают на базу лишь для тренировок. И здесь Анчелотти начинает заниматься тем, что получается у него лучше всего, создает атмосферу. Карло организует на базе небольшой ресторанчик, где игроки могут общаться и проводить время в неформальной обстановке. Много беседует с футболистами, а иногда даже ездит с ними ночью тусить.
Not you. После одной из таких посиделок парни меняют отношение к Анчелотти. Теперь это не просто тренер, это друг, за которого нужно умирать на поле. Несмотря на бестрофейные полсезона, а Карло был приглашен 30 декабря, когда шейхи уже немного освоились, руководство впечатлено подходом итальянца и покупают ему кучу топов, например, Ибру или Силву. Однако в середине следующего розыгрыша ПСЖ все равно идет вторым в чемпионате, и Карло получает ультиматум. Если ты не выиграешь следующий матч, будешь уволен. Причем это ничего не значащая игра в Спорту Велче, ведь Париж уже вышел в плей-офф. В итоге ПСЖ выигрывает тот матч, подает 11-матчевую беспроигрышную серию в концовке сезона и уверенно забирает первый за 19 лет чемпионский титул. Именно в момент хейта руководства Карло понимает, что не останется в Париже. Чтобы творить магию, ему необходимо максимальное доверие. Чтобы дать свободу футболистам, он должен чувствовать ее сам. Такие условия летом 2013-го предлагает Реал. Флорентино приглашает итальянца в клубный музей, показывает зал трофеев и говорит, что там еще несколько свободных мест. Анчелотти намек понимает и начинает менять команду, параллельно показывая миру, в чем же его секрет. Реал 1-0. Итак. Первый секрет Карла – идеальный имидж и создание атмосферы. Анчелотти круто поработал в Париже, но в Реале ситуация была гораздо сложнее. Самой важной задачей, которую мне предстояло решить, было успокоить раздевалку после Мауриньо. Первый на очереди – Касильяс. Жозе обвинял испанцев в сливах инфы и вместо него сделал основным Диего Лопеса. При Анчелотти положение Икера начинает меняться. В первом сезоне он играет преимущественно в кубках, во втором полноценно возвращается в основу. Также, в отличие от особенного, Карло строит прекрасные отношения с Серхио Рамосом. Защитник был недоволен критикой Месута Озила от Моура и в знак поддержки в одном из матчей даже надел футболку с фамилией немца под свою. Дошло до того, что он собирал лидеров сливочных и ставил Пересу ультиматум. При Анчелотти такая фигня закончилась. Теперь про имидж Карло. Из-за Жозе и его скандалов с Пепой и Вилановой даже нейтральные фанаты в Испании начали отворачиваться от Реала. При Мауриньо люди нас ненавидели. Все изменилось, когда пришел Анчелотти. Мы увидели, что к нам стали относиться по-другому, вспоминает Пепе. Еще один пруф – любовь болельщиков сливочных. Даже после второго неудачного сезона 63% фанатов были против увольнения тренера. Второй секрет – подготовка и свобода на тренировках. На протяжении двух сезонов Реал забивал больше всех в Испании. Круто раскрылось трио BBC, ярче стали играть Ди Мария и Модрич, аргентинец значительно улучшил результативность, а хорват стал ключевой фигурой в полузащите. Все это стало возможным благодаря новой подготовке игроков. Анчелотти сделал тренировки менее монотонными, дал больше свободы и фана, что подтверждал даже бро Мауриньо Пепе. Кстати, уже второй раз. В итоге, в конце дебютного сезона Карло выводит Реал в финал ЛЧ впервые за 12 лет и в супердраматичном поединке с Атлетико все-таки берет ушастого. Анчелотти же становится вторым тренером в истории футбола, который трижды выигрывал Лигу Чемпионов как тренер. Однако после классного сезона 13-14 наступает новый, в котором Реал забирает лишь золото клубного ЧМ. Перес такого не прощает и увольняет Карло. После Реала Анчелотти сразу же получает офер от Милана, который, правда, уже не тот, но берет отдых на год, переезжает в Ванкувер и чуть не хоронит свою тренерскую карьеру. Спад. В 2016-м Анчелотти меняет Гвардиолу в Баварии, обыгрывает его Сити в первом же предсезонном матче, но уже через год покидает клуб. Несмотря на два суперкубка Германии и золото Бундеслиги, Карло проваливается в ЛЧ. После поражения от ПСЖ его начинают критиковать как СМИ, так и футболисты. Например, негодуют оставленные в запасе Рибери и Робен. Последнему все настолько не нравится, что после увольнения Анчелотти он якобы говорит, что в молодежке его сыновей тренируют лучше, чем это делает Карло. Да, Арьен за эти слова опровергает, но недоволен был не только он. Лами Алонсо жалуется на низкую интенсивность, Нойер, Боатенг и Мюллер втайне тренируются за пределами базы, а президент мюнхенского клуба дает откровенное интервью и подтверждает, тренер имел плохие отношения сразу с 5 футболистами. Это с одной стороны. С другой, Рафинья говорит, что итальянец проводил такие же интенсивные тренировки, как и Гвардиола, просто делал это в более спокойной манере. А Фабио Капелло и вовсе заявляет, что футболисты намеренно сливали Карло. Глядя на то, что в последние годы происходит в Баварии, ну или вот на этот момент с Рибери, начинает казаться, что виноват в поражениях был не только Анчелотти. В любом случае, после Мюнхена у Карло начинается, наверное, самый плохой период в карьере. Да. Второе место в серии А с Наполи в первом сезоне, но уже к середине следующего, 7-я строчка, разногласия с одиозным президентом и быстрое увольнение.
Потом вообще Эвертон. Клуб, который борется не за трофей, а скорее за выживание. Но даже тут Карло круто себя показывает. Спасение от вылета в первом сезоне, хорошие трансферы и добротная игра в чемпионате с 10-м местом в таблице и первой с 1999 года победой над Ливерпулем на Энфилде. Работа Анчелотти не остается незамеченной, и летом 2021-го его снова зовут в Реал. Зовут решать проблемы. Кстати, это третий секрет крутости Карло. До назначения Анчелотти Мадрид проигрывает Ла Лигу Атлетико и полуфинал ЛЧ Челси. А в Кубке Испании в большинстве вылетает от клуба из третьего дивизиона. Не самая лучшая форма сливочных. Но именно этот сезон становится настоящей квинтэссенцией всех самых главных скиллов Карло. Суперкубок, чемпионат Испании и главное, невозможная, уже четвертая для итальянца победа в Лиге Чемпионов. Невозможная, потому что тот Реал не считается главным фаворитом турнира. В группе они проигрывают Шерифу, отлетают в первые 1/8 от ПСЖ, в ответке снова горят 0-1, но камбэчат и проходят дальше. То же самое повторяется и во втором матче с Челси, когда Мадрид проигрывает 0-3 к 80-й минуте, включает магию и снова выигрывает противостояние. Далее, сумасшедшие 3-4 Сити в первой встрече, а потом 3 гола после 90-й в ответке и финал, который по стати должен был выиграть Ливерпуль. Статистика, схемы, папе Карло все это неинтересно. В нынешнем сезоне Анчелотти снова близок к победе в чемпионате и имеет шикарные шансы на ЛЧ. И это, несмотря на несколько серьезных проблем, одна из которых – травмы. Карло будто не замечает потерю основных Куртуа, Милитао и Алабы. Он заставляет Кепу поверить в себя, а потом и вовсе делает из Лунина топ-кипера основы. Прокачивает в защите Рюдигера с Начо, а иногда даже экспериментирует с Карвахалем и Чуаммини. Именно с такой связкой центр-дефов Реал вынес Жирону, которая не смогла нанести ни одного удара в створ сливочных. Еще одна проблема – смена поколений. Спросите у Барсы или МЮ, насколько легко это делать. Анчелотти же, наверное, лучший тренер в плане перестройки команды прямо сейчас. Смотрите сами. Перед его возвращением Мадрид покидают основные Рамос и Варан. Окей, Карло наигрывает и делает топами Начо, Милитао и Алабу. Стареют Модрич и Кросс? Хорошо. Итальянец постепенно вводит молодых Камавингу и Чоуамини. Команду покидает лидер и лучший бомбардир Бензема, но появляется Беллингем. Анчелотти делает его ложной девяткой, и англичанин начинает бить рекорды результативности. После Наполи и Эвертона многие уже не считали Карло за тренера. Однако кучей трофеев и текущей формой Реала итальянец доказывает, что он все еще топ. Но как же ему это удается и почему он всегда побеждает? Итак, вспоминаем три первые секрета Анчелотти. Имидж и атмосфера, крутые тренировки, решение проблем. А теперь переходим к четвертому – умению раскрывать игроков. Если большинство тренеров сначала выбирают схемы, а затем внедряют в них футболистов, либо докупают нужных, то итальянец делает все наоборот. Когда я начал тренировать, у меня была индивидуальность. Хотел играть только 4-4-2. Затем я поменялся и стал смотреть на навыки своих игроков, находить им правильное место на поле. Карло убежден, что основа команды — это футболисты. Тренер же должен делать так, чтобы они забыли про тактику, схемы и просто наслаждались игрой. Вспоминаем сезон 21-22. Анчелотти дает своим футболистам свободу действий и возможность креативить. Он против того, чтобы игроки постоянно выполняли заученные действия и разрешает им показывать свои лучшие качества. А еще у него нереально прокачана интуиция. В финале ЛЧ 06-07 он выпускает в основе Инзаги, а не Джилардино, в которой был в лучшей форме. В итоге Пиппа делает дубль и приносит победу Милану. Итальянец тонко чувствует, когда нужно довериться игрокам. Так, перед финалом Кубка Англии в 2010-м он предложил футболистам Челси самим выбрать тактику. В итоге команда обыграла Портсмут и забрала трофей. Отношения с игроками. Это пятый секрет Карло. В начале тренерской карьеры Анчелотти боялся говорить с футболистами, однако затем сделал из слабости фишку. Перес описывает итальянца как тренера, заставляющего топов пахать и при этом не ворчать на публике. Карло видит в игроках прежде всего людей и всегда проявляет человечность. А еще умеет находить общий язык с суперзвездами. С первого же дня называет Криша бомбер, постоянно мотивирует и троллит. Причем не только так. На одной из тренировок перед матчем Карло говорит, что португалец останется на банке. Криш недоумевает, просит коуча пересмотреть план на игру, на что Анчелотти отвечает: «Нет, сегодня ты отдыхаешь. Примерно до 15.00. В 15.30 ты разминаешься, а в 16 забиваешь и приносишь нам победу». Еще Карло часто советуется с игроками. Например, спрашивал у Терри о сильных сторонах команды. Защищает футболистов перед боссами и мотивирует после неудач. Яркие примеры – Бензема и Винисиус. Итальянцы не зря называют папой Карло. Он создает в команде уютную атмосферу и старается заботиться о каждом.
Криш говорит, что рядом с Анчелотти чувствовал себя членом семьи и играл в финале ЛЧ с Атлетико с травмой именно ради Карло. Даже Де Лаурентису Анчелотти напоминал папу, хотя младше его на 10 лет. Ну и за финалем еще одной классной истории из Реала. Когда сливочные только подписали Кросса, у немца были трудности с адаптацией. Поэтому Анчелотти сначала подсаживает его в столовке к немцу Хедире. Через пару месяцев, когда Тони немного освоился, переводит за столик к Рамосу и повторяет этот трюк несколько раз, причем не только с Кроссом. Как итог, отсутствие конфликтов и группировок в команде и идеальная атмосфера. Кайф. Это финальный секрет Анчелотти. Карло вообще не считает тренерство работой, скорее страстью. Именно она помогает ему так долго оставаться в футболе и добиваться успехов. И при такой страсти внутри итальянец поражает всех своим спокойствием. Вот так радуются головам нормальные тренеры. А вот как это делает Анчелотти. Если что, это была реакция на легендарный камбэк против Сити. Мальдини и Бекхэм вспоминают, что при Карло в раздевалке было спокойнее всего. Благодаря этому игроки могли настроиться в самый нужный момент. Тренер говорит, что стресс необходим, но его нужно контролировать. Нельзя жить только футболом, нужно уметь расслабляться. А делать это папа Карло точно умеет. Вообще Анчелотти уникальный тренер, будто рожденный для больших клубов и игроков. Такой топ-менеджер в суперкомпании. Есть коучи, которые зациклены на тактике, учат играть в футбол с нуля и переделывают игроков. Тот же Гвардиола часто не берет суперзвезд. Ему нужны молодые и агрессивные ребята, которые хотят прогрессировать. Тот же Родри не был таким монстром, когда переходил в Сити. Да, есть пример Холланда, но Эрлинг тоже еще очень молод и под влиянием Пепа заметно меняется. Карло же, это пофиг. Когда у тебя в составе взрослые и сформировавшиеся звезды Роналду, Модрич, Кросс, игроки, выигравшие все по нескольку раз, мультимиллионеры с кличками по 10 миллионов в год и выше, тебе не нужно переучивать их играть в футбол. Они и так все знают. Твоя задача — найти к ним подход, мотивировать выиграть ЛЧ в четвертый или там пятый раз, сплотить, заставить биться и делать то, что они умеют лучше всего. И с этой точки зрения Анчелотти чуть ли не самый гениальный тренер в современности, потому что так, как он умеет работать с суперзвездами, не умеет никто. В этом его уникальность и, наверное, главная фишка. Однажды Анчелотти сказал, что в его успехе нет никакого секрета. Блин, зря видео снял. Ладно, по новой. Однажды Анчелотти сказал, что в его успехе нет никакого секрета. Ему нужны лишь амбиции, желание и преданность делу. Сейчас ему 64, и кажется, что все три элемента еще долгое время будут при нем. Как думаете, сколько еще Карло будет на топ-уровне и куда уйдет после Реала? Напишите в комментариях. Там же можете оставить темы и героев для следующих выпусков. Мяч истории. Саша Слудников. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если зашло видео. А я пока пойду учиться двигать бровью так же, как это делает Анчелотти. Пока!